наступила официально осень. Что тут у нас интересного? А интересного у меня, в принципе, ничего, кроме того, что зацвел кактус. Случилась печаль печальная. Сегодня у нас солнышко к обеду. А вчера была жара, ну и мама вышла первый день на работу. Приходит мама, балкон закрыт. Захожу, открываю дверь, и пахнет смачно сенокосом у меня на балконе. Ну, как вы думаете, что случилось? Конечно же, той температуре, которая здесь у меня была, были рады, наверное, только кактусы. Поэтому и зацвел мне гимноколицу. Гимноколицу Михановича или Фридриха распустил до конца свой цветочек. Смотрите, какой перламутровый и зелененький цвет. Нежно-нежно зеленый цветок. А распустился он целиком, потому что я ушла на работу, балкон никто не открыл, и тут у меня сауна, можно свариться. Гимноколициумы любят жару. Вообще, парник. А пахло сенокосом вот здесь. Никто не открыл дверь балкона, и мое красивейшее растение просто засохло в хлам. Не знаю, отойдет оно или нет, но сомневаюсь, потому что вот уже все сухонькое. Может, от корня, конечно, пойдет. Одно растение в хлам. А нет, вот что-то еще тут живое есть. И опять же фикус. Фикус, который я уже один сварила вариегатный, и второй тоже был засушен. Вот этот фикус, пумело-зеленый, пумело-грин, в состоянии веника. В общем, не стала я выкидывать его, корни хорошие. Посадила в банку, в мох. Вот еще хотела заткнуть его во флорариум. Но нет, думаю, пусть так растет. Вырос. В общем, печаль у меня с этим растением. Никак оно не хочет у меня жить. Уже не знаю, что с ним делать. О, сейчас так тоже опять вениками банными запахло. Там сенокосом, здесь вениками пахнет, потому что крышки накрываю. Как вот эти растения у меня выжили, я вообще не знаю. Но пришла тоже, листики вот так вот финь, скрученные были от жары. Здесь тоже не политые. Думал, ну прохладно, дождь, что поливать. Угу. Знаете, вам здрасте называется. Вот такие вот события. Мармеладки мои как подросли. Пухляхи. Вот это из семян. Вот эти из семян. Тоже лохматик из семян. Эти две из семян. Ой, короче, я в расстройствах. В полных. А, сейчас вам покажу уже свой флорариум. Я его убрала с балконом. Думаю, ну не дай бог он бы у меня сгорел. Это вообще был трэш. Сейчас похвалюсь. Так, ну вот. Флорариум мой. Посадила сюда пилею, пеперомию,
Вот это тоже пилея какая-то. Вот такой вот получился. Хочу еще добавить сюда камушков разных. Может быть. Хотя не может быть, а да, надо добавить. Тут вот у меня папоротничек садовый. Вот так вот выглядит. Красота.